Это в рамках моей работы в десятке. А что с моими отношениями с другими товарищами в группе? Оставь их в покое. Ну, не то, что оставь их в покое. Ну, ты можешь с ними быть в отношениях конкретно. Но сейчас вкладывайся только в десятку. Не распыляй свои силы. Ты не можешь. И об этом это тоже написано. Ты не можешь, ты не должен со своим желанием получать, да, когда ты еще не приобрел желание отдавать, когда ты еще не пришел к благодарности за свое личное состояние, ты не можешь еще выйти из десятки в различные другие, более широкие действия. Да? Вот в общей крыле Адам Ришона. Ты должен сначала свою ячейку, свою клетку исправить, личную свою душу, так назвать, что ты уже существуешь. Хорошо?